Нет. Сейчас я буду раскрашивать вот эту молнию Маквин. А вы подписывайтесь на мой канал. Ну что, начнем? Сейчас мы будем раскрашивать стекло вот это вот синим цветом. Где у нас тут синий? Вот. Стекло мы красим синим цветом. Такое стекло у нас будет. Далее мы раскрасим колеса. Колеса у нас будут черные. Black. По-английски черный это black. Красим колеса. Так, и другое колесо. Каким цветом мы красим другое колесо? Как вы уже догадались, правильно, черным. Далее разукрасим фары. Фары у нас будут оранжевые. Оранж. Оранж. Другая фара, как вы уже догадались, тоже какого цвета? Правильно, оранжевого. Здесь мы тоже закрасим. Так, еще одно колесо у нас не раскрашено. Вот здесь вот осталось. Разукрашиваем. Глазки мы тоже ему будем раскрашивать. Так, разукрасили. Далее, чем мы будем ему разукрашивать? Вот эту трубу раскрашиваю. Какого она у нас цвета будет? Фиолетового. И это тоже фиолетового цвета будет. Далее мы ему раскрасим вот это зеркало. Оно у нас такого вот будет с
светло-желтого цвета получился. Светло-желтый. И второе стекло. Каким цветом мы будем раскрашивать? Каким мы первое красили? Синим, правильно. А по-английски синий — это blue. Такое у нас синее стекло получилось. Далее мы вот это крыло разукрасим. Оно у нас будет зеленого цвета. Зеленый по-английски это green. Теперь красим колеса. Они у нас будут здесь красного цвета. Закрашиваем. Такие вот у нас будут красные колеса. Вот здесь вот мы разукрашиваем розовым цветом. Здесь тоже розовым. Так. Здесь мы раскрасим желтым цветом. Такой вот у нас будет желтый. Далее мы будем раскрашивать саму машину. Она у нас... Вы смотрели мультик «Молния Маккуин»? Какого цвета в мультике машина «Молния Маккуин»? Красного, правильно, красного цвета. Поэтому мы с вами тоже будем раскрашивать ее в красный. Она у нас тоже с вами будет красного цвета. Эту стрелу мы покрасим розовый, такой вот ярко-розовый. Здесь тоже мы красим в красный цвет. А сами цифры мы тоже покрасим в оранжевый цвет.
А вторая цифра у нас будет зеленого цвета. Далее раскрашиваем крышу красным цветом. И капот у нас будет тоже красный. Капот мы добавим розового цвета еще, чтобы у нас был поярче, чуть-чуть отличался. Такой у нас капот был. И далее докрашиваем саму машину. Красный цвет. Фары мы вот эти вот оставим белого цвета. Ребята, вот такая вот машина у меня получилась. Молния Маквин. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии.